Давайте мы с вами рассмотрим наши сообщения. Все элементы, которые вы будете выполнять в данном курсе, преподаватель будет о них узнавать, комментировать, давать вам какие-то замечания. И чтобы вы получили все эти сообщения, вам необходимо настроить эти уведомления. Мы выбираем в панели настройки, обмен сообщениями и нажимаем. И мы с вами обращаем внимание, вот где написано электронная почта. И под электронной почтой мы должны с вами отметить все чекбоксы. Если они у нас все отмечены, значит оставляем как есть. Если нет, отмечаем и далее нажимаем кнопку «Обновить профиль». Все, мы обновили профиль. Теперь мы нажимаем на кнопку на предыдущую страницу, чтобы нам вернуться обратно в курс.